you? I'm fine. What is your name? My name is Sonia. How old are you? I am. I'm Rush. How old are you? Вот. Это как переводится? Where are you from? I'm from Russia. Okay, I have got an animal. What color is it? Is it blue? No, it's not. Is it yellow? No, it's not. Is it orange? No. No, it's not. White? White and? Black? Mm-hmm. Yes, it is white and black. What animal is it? Zebra, yes, you're right, it is a zebra. Okay, so, Sonia, what day is it today? Monday. Mm-hmm. What date is it today? Date – это дата. 31 мая. Как мы с тобой скажем? 30. Запомни, первое будет first. One – это один. А первое будет first, 31st of May. May. What's the weather like today? Weather. Weather – это что у нас с тобой? Как тёплое? Warm and? Warm and? Солнечно как? Sunny. Mm-hmm. Okay. And what season is it now? Summer. Нет, завтра будет summer, а сегодня ещё у нас май, это весенний месяц. Как будет весна? Summer. Summer – это лето. Spring. Spring. Так, эти глаголы помнишь? Get good. Get good – получать, доставать. Get good, get good, take two, have had, come came, see soul, go and. Send. Внимательно. Send – это посылать. Say. Угу. Покупать. Переключился слайд? Да. Угу. Buy. Buy what? Buy what? Begin. Be was where? Do did? Build. Become, became, wait. Yes, become, became, становится превращаться. Выбирать. Choose. Mm.
Жечь, сжигать. Burn. Burn, burn. Burn, burn. Burn, burn. Приносить. Приносить. Bring. Bring, burn. Поймать, схватить. Catch. Catch, cook. Так, покупать. Buy, bought. Buy, bought. Начинать. Baking, baking. Строить. Build, build. Выбирать. Catch, cook. Choose. Наоборот. Жечь, сжигать. Build, burn, burn. Приносить. Build. У тебя что-то build и покупать, и жечь, сжигать, и приносить, и строить. Все build. Строить у нас build. Приносить. Bring, brought. Bring, brought. Выбирать. Choose. Покупать. Buy, buy. Начинать. Bring, brought. Bring, brought. Приносить. Build. Build. Строить. Begin, began. Begin, began. Жечь, сжигать. Burn, burn. Burn, burn. Начинать. Begin, begin. Приносить. Bring. Bring. Выбирать. Choose. Choose. Приносить. Bring, brought. Bring, brought. Покупать. Повтори, пожалуйста.
Окей, покупать. Начинать. Так, выбирать. Чоус. Жесть, сжигать. Бёрнт. Приносить. Качку. Это поймать, хватить. Bring brought. Становиться, превращаться. Приносить. Bring brought. The next. It at feel find found. Вторая found. Found. Draw to drink. Сражаться боролся. Fight. Нет, подожди, fight — это первая форма, вторая? Fought. Так, летать? Forget. Forget и fly for. Сражаться, бороться? Fight. Fight. Fought. Найти? Find out. Сражаться, бороться. Fight fought. Эти помнишь или повторить? Можно повторить. Yes, you may.
Повторить надо тебе или да, помнишь? Да. Окей. Ready? Ready. Now you leave left lead led прятать hide hid учить изучать Learned. Держать, хранить, как? Keep kept. Покидать, оставлять. Leave left. Вести, руководить. Leave left. Прятать. Hide hid. Учить, изучать. Learn. Держать, хранить. Так, изучать, учить. Next.
бегать, run, run, бить, это значит melt, трясти, качать, shake, shook, посылать, send, send, встречаться, знакомиться, meet, met, читать, run, read, run, ставить, помещать, сет, власть положить, под. Так, встречаться, знакомиться. Минент. Это имеет в виду, значит? Минмен. Иметь в виду, значит, минмент. Встречаться, знакомиться, meet, met. Посылать. Send, send, send. Встречаться, знакомиться. Mean. Mean – это значит означать, иметь в виду. Meet, met. Meet, met. Класть, положить. Put. Встречаться, знакомиться. Meet, met. Spend, spend, светить, блестеть, shine, shone, shone, плавать, говорить, speak, speak, talk, красть, воровать, steal, stole, петь, steal, stole, петь, swim, swim, sing, sing, I sing, sing, стоять, then, stop, говорить, speak, spoke, красть, воровать, steal, stone, петь, sing, song, и последнее глагол. Брать, мы уже говорили. Ну, еще расскажешь, как брать. Take two.
Как учить преподавать? Можно быстрее. Yes. Teach, teach, to what? To, sing, song. Как? Sing, sing, song. Sot. Sing, song. Sot. Понимать. Understand, understood. Win one. Win one. Писать. Right road. Выиграть. Win one. Писать. Right road. Думать. Сот. Понимать? Understand. Understand. Сот. Выиграть? Win. Will. Win. Win. Win one. Писать. Right. Right. Выиграть. Не поняла. Выиграть, win one. Писать. Right road. Right road. Выиграть. One one. Win one. Win one. Писать. Right road. Выиграть. Win one. Понимать. Understand. Understand. Выиграть. Win one. Как? Win one. Так, переводим предложение. Ты брал вчера мою книгу со сказками. Какое это у нас с тобой время?
Угу. Предложение у нас какое? Так, значит, что мы делаем? В прошедшем времени в вопросительном предложении что делаем? Открывай тетрадку, повторяй. Перед началом предложения ставим кипит. Глагол в какой форме? Глагол какой будет форма? Первая или вторая? Вторая. Нет. Ты повторила правило? Первая. Если у нас есть did, он жадина. Он вторую форму не отдает. Когда у нас есть did или didn't, у нас только первая форма глагола. So, number one. Did you take my книга как? Book. With fairy tales. With fairy tales. Yesterday. Number three. Боб сказал мне, что он играл в футбольный матч на прошлой неделе. А, подожди, нам бы тю. Преподаю это какое время? Настоящее. Угу. Как образуется? Каждый раз мы начинаем что-то придумывать, и никак не можем придумать. Правила всегда у тебя должны быть сохранены. Если даже у тебя заканчивается тетрадка, ты вырываешь правила и вкладываешь их в новую тетрадку. Правила, они на то и правила, чтобы ты их могла в любой момент повторить. Открываем тетрадь и записываем это правило.
Каждый урок у нас одно и то же. Как только до настоящего времени доходим, ничего не знаем. Present simple. И правила пиши где-нибудь отдельно, например, сзади тетради, чтобы ты знала, что у тебя там только правила находятся. Настоящее, неопределенное время. Описывает действие, которое происходит обычно. Оттого у нас и маркеры такие. Usually, обычно, always, всегда. Open, часто, sometimes, иногда, every day, каждый день, например, at 5 o'clock, 5 часов, вместо 5 любое. Утвердительные предложения. It, he, she. У глагола s или es пиши. I will use ничего не пишу, то есть после I, you, we, is a, у нас идет просто глагол, без окончания. Например, he swims in the river every day. I read books. Как это допишешь, скажешь?
Записала? Ready?
Чего? А что молчишь-то? Я же жду, пока ты перепишешь. Отрицательные предложения. Eat. И she перед глаголом doesn't пиши. I, we, you, they don't пиши. Все переписал? Когда ты успела, если я еще не написала? Соня, пишем. I, we use it, he, she, doesn't, пиши. I, you, we, they, don't, пиши. She doesn't write poems. We don't go to the park. И остались у нас вопросительные предложения. Если it, he, she, то да, в начале предложения пишу. Плюс глагол без окончания. Если I, you, we, they, то do пиши.
Плюс глагол в конце простой. Например. Does it seem? Do they learn the text? Как ты ready, если я только закончила предложение дописывать? Как ты можешь быть ready? Вот эти предложения все записал? Сфотографируй мне, пришли, что у тебя записано. В отрицательных тоже не записывал предложение? А я их для кого пишу? Их уже и нет, я их уже стерла. Ты же сказал, все переписал. Ready? Секунду. Итак, как мы скажем, я преподаю английский каждый день. I преподаю. Преподавать как? Преподавать это teach. Teach. Английский. English. Каждый день.
Every day. А у тебя где написано учить, там только одно значение, да, написано? Поэтому для тебя преподавать неизвестно глагол. Да? Два значения у тебя написано или одно? Одно. Почему? Все, что у меня записано, все должно быть записано у тебя. Дописывай. Teach тот, учить преподавать. Ты его запоминаешь неверно. Для тебя учить это значит учить стихотворение, учить, не знаю, там, пересказ. А это не такое значение. Учить в смысле кого-то учить, чему-то учить, а не учить стихотворение. Учить значение преподавать. А учить стихотворение у нас другой глагол. Learn. So, and this is the end of our lesson. Thanks a lot for the lesson. Goodbye.